то это бывший центральный вход. Ступеньки даже травки поросли. Замечательно, да, Найк? Неужели не задело наглухо? Им сроду не пользовались. Там за углом ворота и проходная. Здесь вбили 3 гвоздя и думать забыли. Пару пустяков отогнуть. Сколько в мире глупостей, Илюш. Сколько глупостей, я даже готов поверить в 3 гвоздя. Ну, если точно, то 4. Снаружи войти не войдешь, а выйти запросто. А что самое главное? Главное выйти. 4 гвоздя. При условии, что ты верно посчитал. Да трогал даже, когда меня за зарплату посылали. Кто посылал? Ну там так, там в день получки от каждого отдела идет представитель. Получает за всех денежки, ну, чтобы не толпиться. Пойдем обратно. Ну и как протекает эта финансовая акция? 2 часа. Этот представитель идет к кассе, у кассирши все готово. Получает за всех денежки, распишешься и то. Слушай, так ты что, действительно собираешься взять? А что? Идея меня вдохновляет. Так слушай, там столько докторов, кандидатов, 1200 человек, штатников, и у каждого оклады. Так, получается, 1200 человек вкалывают полмесяца. Это 12 рабочих дней по 8 часов. 12 на 8, 96, и на 1200 – это 115 200 человека-часов. Вы берете кассу за 20 минут. Это приблизительно 0,9 человека-часа. И во сколько же раз вы оказываетесь умнее всех этих докторов с кандидатами? 115 200 делим на 0,9 – 128 тысяч раз. Потряска. Найк.